Лето, солнце, хорошее настроение и здоровый образ жизни. 7 августа в Северском районе прошел фестиваль Green Games. Участниками стали молодежные команды нескольких поселений Северского района, а также предприятий Афипского и Ильского НПЗ. Сегодня впервые проводим туристский фестиваль Green Games. Небольшая такая альтернатива уже сложившейся нашей традиции проводить туристский слет трехдневный в Мирном. В таком формате первый раз территория является новой. Спасибо за сотрудничество всему районному казачеству, потому что территория принадлежит им. Испытания проходили в два этапа. Сначала команды прошли туристскую полосу с выполнением заданий. Среди них были спуски, подъем по канату, прохождение параллельной переправы. А вот задание, вызвавшее самые бурные эмоции у всех участников. В этих бутылках спрятаны вопросы, правильные ответы на которые обезвредят взрывное устройство. Но помимо вопросов, в них поместили и другие, не очень приятные сюрпризы. Пройти задание удалось не всем. Также для участников работали интерактивные площадки, метание ножей, стрельба из пневматической винтовки и другие. За их прохождение начисляли дополнительные баллы. Жаркая погода и отсутствие специальной подготовки не помешали участникам с удовольствием провести время и получить заряд положительных эмоций. Что именно понравилось? Все понравилось. Подъемы, спуски очень-очень было. Легкие. Да, легко. Налайте. После прохождения дистанции участники состязались в интеллектуальной квиз-игре. Здесь команды также ждал целый ряд интересных заданий. Глаза! Глаза боятся, рога болят, ноги делают. По итогам соревнований первое место заняла команда Афипского НПЗ, второе – Ильского НПЗ, а третье место досталось команде Львовского поселения. Команды-победительницы были награждены медалями, дипломами и памятными подарками, а также кубком фестиваля.